Многоквартирный жилой дом возле храмового сквера в Мирном готов на 93%. Строители планируют сдать объект в марте. Об этом мэр Алексей Танких доложил главе республики Айсену Николаеву во время его рабочего визита. В девятиэтажку переселят жители 92 аварийных квартир. Илдархан поручил ускорить темп работ и увеличить число рабочих на объекте, чтобы новоселы вовремя получили ключи. В Мирнском районе по республиканской адресной программе в рамках президентского национального проекта с 2019 года жилищные условия улучшили 405 семей. До сентября 2025 года переезд ждет еще 81 семью.